Мой прадедушка Бикбулатов Рамазан Таштемирович родился в 1909 году в селе Зирган 16 марта 1945 году. Был призван на фронт рядовым стрелком. Участвовал в своем первом бою под Воронежем. Под ожесточенным огнем врага переправлялся в Днепр. Воевал на Курской дуге, как освободитель, ступил на землю Румынии и Венгрии. Из его воспоминаний особо трудно было воевать в Карпатах. В Карпатах пришлось биться за каждую скалу, за каждый горный выступ. Здесь он потерял своих лучших товарищей. В последнем своем бою в Венгрии его ранили разрывной пулей в правую ногу. Вместе с другими ранеными мой прадедушка лежал в тугу сена, пока другие товарищи вели в бой. Когда доставили в госпиталь, началась гангрена, ногу пришлось ампутировать. И в 1945 году был комиссован домой, награжден орденом боевого красного знамени и медалью за победу над Германией в Великой Отечественной войне.